всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим с вами влияние сомнительных образов на наши с вами жизни. Итак, внимание на экран. Мамбеты – слово, вызывающее самые разные эмоции у населения Якутии. Слово, пришедшее к нам от тюркских народов, закрепилось в нашем просторечии. У одних оно ассоциируется с уничижительным прозвищем, у других – с популярными образами якутских КВНщиков, которые за счет смекалки и своего чувства юмора благодаря этим образам достигли известности и признания публики. Виталий Щукин – медийная личность, работающий в востребованных проектах самого разного уровня. Вместе со своими друзьями он начал свой путь в КВН, активно снимал вайны и вместе с ними снискал известность ребят, активно использующих образ мамбетов. Является ли корректным использование таких образов? Как культивирование образа мамбетов отражается на нашем обществе? Проблема всеобщего воспитания нашего населения и культивация сомнительных образов, таких как образ мамбета, через медиа явно оказывает влияние на нашу повседневную жизнь как в позитивном, юморном ключе, так и негативном. И чтобы поподробнее разобраться в этом, нам нужно будет разделиться на две группы. Итак, у нас оптимисты будут справа, пессимисты слева. Оптимисты – это те, кто считают, что такие образы всегда есть, были и будут, и не стоит придавать им много внимания. Пессимисты же считают, что данную модель поведения все-таки нужно искоренить. Ну что, делимся? Итак, встречаем нашего героя. Актер и яркая персона. Человек, покоривший публику своими харизмой и обаянием. Виталий Щукин! Всем привет! Виталий, здравствуй! Как дела? Отлично, лучше всех. Виталий, вам сейчас дается минута, чтобы вы рассказали о себе. Меня зовут Щукин Виталий, родом из Якутска. У меня трое детей, женат уже 13 лет. Играл в КВН, снимался в фильмах. Раньше читал рэп. Раньше коллекционировал монеты. Добрый, толстый. Очевидные факты говорить себе. Ну все вроде. Что еще? Аплодисменты давайте нашему герою подарим. Ну сейчас мы перейдем к такому небольшому блиц-интервью. То есть быстрые вопросы, быстрый ответ. Ну и поехали. Первый вопрос. Виталий, жалели ли вы когда-нибудь о выбранной профессии? Нет. Нет, о учебе жалел. Типа, я учился на вышку, но не по профессии пошел учиться. Ну, типа, работать чисто почему. А кто вы по специальности? Экономист, финансист, финансы, кредит. Вас устраивает ваш доход? Да. Чем вы увлекаетесь помимо работы? Играю в игры. Какие? Valorant, CSGO, там. Такие разные. Считаете ли вы свою работу перспективной? Да, конечно. Почему? Ну, это же кино. По всему миру. Перспектива на весь мир всегда. Всю жизнь была и будет. Что вам не нравится в вашей работе? Не нравится? Не нравится. То, что фильмы очень редко выходят, и все. То, что... Вы сказали, что вот большие перспективы в кино. У вас есть какая-нибудь мечта, связанная с этим? Да, конечно, в Голливуде снятся тоже. Это же все мечтали говорить. А вот займись вы другим видом деятельности. Как вы считаете, достигли ли вы успеха? Да, уверен. Потому что если что-то начал делать, то уже с головой и до конца. Когда вы только начинали ваш путь, была ли у вас цель стать известным и популярным? Или известность пришла случайно? Вообще случайно пришла. Не было таких целей конкретно, типа стать известным. Просто играл КВН для души, как-то все пошло потихоньку. Снимали видео, людям понравилось, и пошло-поехало. Ну, само собой. Последний вопрос. Семья или деньги? Семья, конечно. На первом месте семья. Аплодисменты. Итак, Виталий, перед вами сегодня те, кто постарается вас узнать поближе. Это у нас и
учащиеся школы, студенты, в целом рабочая, творческая молодежь. Справа от вас расположились оптимисты. Они считают то, что даже сомнительным образом есть место в нашей жизни, в медиа, и им не стоит просто уделять много внимания. А слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что девиантные и, скажем так, сомнительные образы поведения все-таки в нашем обществе нужно искоренять. Вот так вот. Ну и сейчас мы обращаемся к нашей аудитории. Ребята, скажите, почему вы оказались в той или иной команде? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем с оптимистов. Я выбрал оптимистов, потому что я не считаю так называемых моментов плохими. Типа это как просто образ, так сказать, ну, деревенского населения, может, какого-то образа души. В этом нет ничего плохого, постыдного. Интересно. Так, аплодисменты. Пожалуйста, пессимисты. Сложно пессимистов, так как считаю, что культивация образа такого мамбета, ну, маргинала, это, в общем-то, неправильно, так как нас будут видеть в таком свете, в неправильном, в том, что мы, как народ, все такие поголовно являемся. И мы должны с этим образом бороться, хотя бы начать с нашей республики. Больше такой образ образованного такого человека. Мы же вскоре можем стать центром IT нашей большой страны. И поэтому я считаю, что надо образ не мамбета брать, а образ какого-то там ученого, хорошего инженера и так далее. И культивировать его в обществе, да? Да, да. Здорово, аплодисменты. Пожалуйста, оптимисты. Я хотел сказать то, что я считаю то, что если образ вызывает какие-то положительные эмоции, это хорошо. И иронизация, высмеивание отрицательных образов, это не так плохо. Я думаю то, что образ мамбета, он никак не связан с какими-то национальными характеристиками или еще какими-то. Это связано в основном с поступками и поведением. И ну, я не вижу ничего плохого в высмеивании отрицательного. Аплодисменты. Пессимисты. С какой-то долей можно согласиться с вами, но все же я считаю, что кино, оно как рупор пропаганды, имеет свойство как бы охарактеризовать тот или иной народ, и в качестве продвижения имиджа республики это, конечно, плохо, но юмор как бы не должен крутиться вокруг моментов, и это самое главное. Аплодисменты. Оптимисты. Если бы не было образа таких людей, возможно, не было бы пути прогресса и совершенствования. Интересно. Так, аплодисменты. Пожалуйста. Мамбеты сформировались как социальный слой по определенным социально-экономическим причинам. Это исходит из национального вопроса в том числе. И я считаю, что как и гопники, как и мамбеты не должны идеализироваться и должны с ранних лет приучать людей, чтобы такого поведения не было. Данная проблема лежит в корне нашего общества, лежит в системе общества, но я не говорю, что высмеивание таких образов это плохо. Высмеивать можно что угодно, но главное не идеализировать такие образы. Аплодисменты. Так, пожалуйста. На мой взгляд, никто не идеализирует этот образ, наоборот. Идеализирующие его творцы и авторы, креаторы, они, наоборот, показывают этим свою некомпетентность, потому что, на самом деле, этот образ достаточно широкий. Это прослойка населения, которая имеет место быть, она есть, и ее нужно освещать, показывать то, какая она есть. В этом, мне кажется, и заключается суть как комиков, так и других креаторов. Так. Пожалуйста, пессимисты. Безусловно, стоит освещать все это и высмеивание конкретно таких образов, то есть юмор, но это юмор это хорошо, стоит сказать объективно. И высмеивание таких образов, в этом ничего плохого нет. Однако в освещении должна быть конкретная цель. Нужно, так сказать, показать массам. Не просто же так мы это освещаем, а с какой-либо конкретной целью. То есть вы смеетесь, но вы должны понимать, что ну, так делать не надо. Против, как сказал Коля, простых ребят из деревни, этого образа. В принципе, ничего в этом плохого нет, опять же. Но есть некоторые негативные черты в этом образе. И, пожалуй, именно их и нужно искоренять, как и в целом. Здорово, аплодисменты. Ну и давайте по последнему мнению со стороны оптимистов.
они рано или поздно вырастут и окультурятся. Предлагаю нашим оптимистам вспомнить кинофильм «Борат» и что это принесло для Казахстана. Спасибо. Так, аплодисменты. Окей, друзья, у нас еще будет возможность подискутировать, но давайте сейчас перейдем к вопросам, к нашему герою. Мы знаем то, что у вас есть определенные вопросы. Пожалуйста, задавайте. Давайте начнем с оптимиста. Что для вас означает слово «мамбет»? Я вообще не понял, почему именно меня на эту тему позвали. Что? Я думал, про меня будут говорить, конечно. На самом деле, мамбет – это такой какой-то образ для меня. Я не знаю человека, который… Ну вот, реально мамбет. Типа, это такой собирательный образ из разных людей, на самом деле. И мамбеты в основном просыпаются люди под алкогольным опьянением. Да, это не какая-то культура, там, не какой-то человек, а… Да, иногда бывает, люди меняются, когда пьют алкоголь. Так что, если не пить алкоголь, будет меньше мамбет. Встречали ли вы критику со стороны как раз-таки мамбета в сторону вашего образа? К нашему Иннокентию подходили, типа, ребята, похожие на мамбетов. Говорили, это же мамбет. И сами. А Кеша у нас такой, да? Что за чувак вообще? Ну, типа, мамбет ему говорит, что он мамбет. Это смешно было, на самом деле. Но критики такой не было, нет, никогда. Спасибо. Угу. Боитесь ли вы мамбетов? Ну, это типа, я не говорю то, что вы боитесь сами себя, типа такого. Просто боитесь ли вы мамбетов? Почему сами себя? Я не мамбет, ребята. Я не мамбет, у меня трое детей, ребят. Я, да. Нет, я не боюсь. Почему бояться нужно мамбета? Какую цель вы преследуете в своей жизни? Преследую жизнь? Это такой философский вопрос. Да не знаю, у меня нет такой конкретной цели. Хочу воспитать хорошо детей и все. И чтоб внучат там поднимать на ноги точно. И все. Таких конкретных целей нет. Прожить достойную жизнь хочу. Насколько вы боитесь стать человеком одной роли? Нет, не боюсь, потому что у меня очень много образов. Ну да, бывают такие реально актеры, у которых типа одна роль, типа, на всю жизнь и запоминается. Ну, возможно, и меня такая участь ждет, да, типа я где-нибудь сверх какого-то известном проекте снимусь, и люди меня запомнят над одним образом. Ну, ничего страшного. Я знаю, что я могу меняться, я могу разных актеров. А на данный момент у вас есть любимый образ? У меня? Да. Нет. А может, желаемый? Нет. Да нет у меня таких каких-то идеалов конкретно в образах. Под ситуацию всегда. Так, пожалуйста. У меня вопрос. В каком жанре вы бы хотели сняться, кроме комедии или вот такого? Я бы снялся в какой-нибудь драме, где слезу пускать нужно. А то все меня видят веселым. Я хочу, где плачу, там, здесь, там, конкретно. Давайте. Так, да, трудно представить, да, но я бы, думаю, справился с этой ролью. А с каким знаменитым актером вы бы хотели сняться? Зарубежным или... Зарубежным. Уилл Смит, блин, это мой идеал. Крутой. Тоже отец, тоже крутой актер. Аплодисменты. Так, пожалуйста, вместе еще вопрос. А бывали ли у вас конфликты на съемочной площадке? Всегда. Ну, в плане не конфликты, а такие разногласия бывают всегда. Именно на таких вот как спорах, этих, мы прибегаем к какой-то единственной цели. Когда даже придумываем вайн, скетч, мы всегда, давай, лучше так будет, так. Мы с разных сторон смотрим на одну же цель и потом выбираем одну, типа, как бы, точку зрения общую и начинаем работать.
При создании контента, насколько вы боитесь, что вас люди, масса не так поймет? Всегда. Мы вообще всегда редактируемся. У нас, наверное, процентов 70 вайнов не вышло, потому что боимся, что народ не поймет этот вайн, осудит как-то. На самом деле Инстаграм плюс 18, но мы думаем, блин, у нас же дети смотрят по-любому, типа, там мамаша будет писать про это, да? Но у нас реально вот процентов 70 вайнов мы не выпускаем чисто из-за того, что вот боимся, то, что от народного мнения. Виталий, вот очень интересно узнать твое мнение касательно вообще в целом якутского кино как такового. Как ты к нему относишься? Что считаешь, что стоит исправить? И что считаешь является сильными сторонами? На самом деле якутское кино очень в правильном русле идет, по направлению идет. Его даже вот когда в Уфу ездил, снимался, там все говорят о якутском кино. Вы же, типа, якутское кино прям вообще молодцы, вы, типа, прям фестивали все берете. Когда наши ездят на фестивали, все боятся уже, типа, все, все из Якутии приехали, значит, все. По-любому они возьмут приз. Я бы добавил, сейчас очень много фестивальных фильмов снимается, на самом деле. Именно такие вот, я не люблю фестивальные фильмы. Я не люблю фильмы, которые сняты именно такие, это хоррор, да, темные. Я люблю вот светлые, комедию, пришел, расслабился, чтоб ха-ха-ха, поржал. Я бы добавил комедии. Но это, походу, нам нужно делать. Нужно снимать побольше комедий. Надеюсь, скоро удивим вас. Хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам? Либо вы знаете какие-то, возможно, темные секреты, которые вы бы не хотели, чтобы ваши дети прошли через это? Может, это какой-то супер трудный путь? Ну да, конечно. У каждой медали две стороны, да. Узнаваемость. Это иногда тоже личной жизни мешает. Но не знаю, а чего нет-то? Классно же быть актером. Тебя узнают, но с другой стороны тоже плохо. Я в принципе не против, если мои дети пойдут по моим стопам, вообще не против. Это их выбор. Здорово. Дайте пояснить. Относитесь к тому, то, что вас часто узнают на улицах? Иногда хорошо, иногда плохо. А когда плохо? Ну, по настроению, на самом деле. Ну, ты с детьми идешь по парку, например. С детьми, представляете, три ребенка, жена. Идешь, и к тебе там еще семья подходит, начинает фотографироваться. Ты же не пойдешь со своей семьей фотографироваться с ними. Просто жене говоришь, на, подержи. И с ними стоишь фотографироваться. Ну, в плане неудобства такие бывают. А, и, конечно, и бывает очень много плюсов в плане вызываемости. Я же не робот, у меня бывает разное настроение. А так в целом, как вам вообще популярность? Популярность? Классно. Мне нравится. Мне кажется, где-то внутри души я всегда мечтал стать популярным. Здорово, аплодисменты. А у нас есть видеоопрос по теме нашего с вами обсуждения. Давайте его посмотрим. Внимание на экран. Кто такие мамбеты? Мамбеты — это в первую очередь бескультурные люди, не знающих ни правил морали, ни правил этикета. Это маргиналы, проще сказать. Кто такие мамбеты? Я не знаю, я не пользуюсь таким выражением. Я ни разу не встречал, не знаю даже. Я мягко можно скажу? Мне так кажется, что это невоспитанные просто люди. И я не думаю, что это касается места рождения. Мамбеты, ну, в моем понятии, это люди, которые, типа, ищут себе... Ну, неприятности, да, как бы, просто так могут тебя, типа, обозвать, и как будто этого не было, как будто ты сам на них напоролся. Ищут тебе... Маргиналы, да? Да, ну, типа такого. Как это можно изжить, этот феномен мамбетов? Правильное воспитание нужно. Прививать культуру с самого детства. И что отвечает так за воспитание? Семья, школа или что-то еще? Мне кажется, все влияет. В первую очередь это наши родители. Дальше идет уже наше окружение. Но если, в принципе, воспитать ребенка очень правильно, то общество, каким бы маргинальным ни было, то оно
как сказать, не будет иметь сильного влияния на человека. Прививать уважение к взрослым, к слабым, наоборот, пытаться помочь. Вот даже раньше же было, что двоечникам помогали отличники. Наоборот же их не топили, а пытались, ну, говорили более сильным, что нужно помочь слабым. Конечно, 100% не уйдет это, но я думаю, что все идет, ну, из окружения. Ну, вы согласны с тем, то, что большинство людей закладывают в понятие слова «мамбеты» как раз-таки маргиналов? Вообще, откуда слово «мамбет» пошло? Ну, вообще, это казахский термин, да, означающий малограмотного человека, маловоспитанного. Да. Угу. Это что-то пришедшее, да? Да. И сейчас все говорят, даже сейчас мы даже на НВК сейчас сидим, обсуждаем слово «мамбет», «мамбетов». Это раньше нельзя было такое даже, мне кажется, сказать. Но вот вы понимаете, что именно популяризация образа, угу, она вот как бы поспособствовала закреплению этого термина в нашем, да, вот просторечии. Да. Ну аж, я думаю, люди должны знать таких людей. Вот. Примерно знать хотя бы. И высмеивать, я думаю, можно и нужно. Угу. Давайте послушаем мнение наших пессимистов, что они думают по этому поводу. Пожалуйста, молодой человек. Мне кажется, здесь главная проблема в определении данного понятия. Потому что люди, которые не будут вникать в определение, в этимологию слова, будут думать, что все азиаты, всех азиатов можно так называть. Из-за этого складывается впечатление, что это уже национальное оскорбление, и я сам лично знаю примеры, когда люди употребляют данное слово в контексте отдельно взятого азиата, а не какого-то малограмотного азиата. По моему мнению, вот именно, так скажем, явление мамбет не такое уж вот вредное для общества. Есть множество более приоритетных проблем, которые прямо надо решать сейчас. А если заняться прям мамбетами, это как-то, не знаю, очень затратно на решение очень маленькой проблемы, так скажем. Я хочу сделать такую контратаку нашему оппоненту, то что на самом деле, если использовать этот образ в культуре и использовать его верно, то таким образом можно разбить какие-то недопонимания среди людей, которые не знают, что такое мамбет. И таким образом они поймут, что мамбет на самом деле вот быдло, люди такие необразованные. У меня все. Можно, да, немножечко обозначить? Все-таки это положительный или негативный образ? Это негативный образ, но при этом... Но стоит его популяризовать? Не, его само существо, оно как бы влияет положительно на общество. Мне кажется, высмеивание, оно все равно нужно, потому что слой населения этот останется, или тип личности, неважно. Это все равно останется, но при этом это все равно сокращается. Допустим, если пойти по классике, Николай Васильевич Гоголь написал свою пьесу «Женитьба» про Альфонса. В итоге их стали высмеивать, и их стало, правда, меньше. Гораздо меньше. Они есть, но уже не так кардинально, как было до этого. А мамбетов сейчас меньше становится, как считаешь? Мне кажется, да. Да. По-любому. Данный образ негативный, потому что такие люди не от хорошей жизни появляются. Как мы раньше говорили, это малограмотные люди. Грамотность берется со школы, с окружения, с родителей. Из-за этого мамбеты — это отражение нынешнего социально-экономического положения. Так, что можем ответить? Любой пример, ну, даже плохой, ну, он является примером, так скажем. Когда вот, если присутствуют люди, которые вот являются вот невоспитанными, такими мамбетами, короче, всегда будут те, которые этому будут пытаться противостоять. И я думаю, это, наоборот, способствует появлению таких образованных, ну, стремящихся стать лучше людей. Что можем ответить? Культивирование, оно все же имеет место быть, потому что они существуют, хотя бы начнем с этого, и это выражается уже далее в социальной среде.
Но, как я сказал ранее, нужно в правильную сторону их высмеивать, чтобы, наоборот, ну как, уменьшить их количество. Чтобы им было стыдно. Да. И вот как также молодой человек сказал, что они могут, так сказать, подстегивать на рождение новых образованных людей. Но Амамбет-то как? Может, гораздо лучше было бы, если бы они изначально стали образованными людьми, а не ужасным примером для кого-то другого. Угу, так. Ну, я бы хотел сказать, что не стоит быть таким категоричным, то есть не надо никого клеймить. И, как мы знаем, вот в последнее время в нашем обществе очень высокий спрос на деструктивные явления, на явления, которые вызывают животные инстинкты. Как вы знаете, то есть, что в метро Люблина работаем, там один человек, не оплативший проезд таксисту и тому прочее. Само общество, оно, конечно, этого требует, но самое... Чего? Требует того, чтобы какие-то ярлыки вешались на людей? Ну да, можно и так сказать. Требует контента. Да, требует контента, месива, жогова. И я бы хотел сказать, главная миссия искусства в том, чтобы все это обратить в нормальное, здоровое русло. Русло самообразования и развития. И, конечно же, не стоит ставить творцов, людей творчества в какие-то рамки. Они должны снимать любое кино на любые темы. То есть не стоит их ограничивать. Спасибо. Так, давайте поаплодируем. Что ответим? Хотел бы добавить то, что, по идее, если обратить внимание на историю, так сказать, культуры, можно узнать то, что комедия изначально в России была жанром, высмеивающим низшие какие-то слои. И текущие люди, которые занимаются литературой, они не считают то, что высмеивание — это что-то плохое. Я еще не слышал такого, чтобы говорили о том, что какие-нибудь фан-визины, они сделали плохие вещи, высмеивание людей с отрицательными какими-то характеристиками и низших слоев, то есть необразованные. Спасибо. Это не прослойка населения, это состояние души. Потому что мы уже поняли, что это синоним к слову «быдло», а «быдло» — это олицетворение наших отрицательных качеств, отрицательных черт, которые есть в каждом человеке, и вылечить это никак не получится. Соответственно, мы должны сами высмеивать себя, и это должно вести нас к контролю. Потому что, рождая самоконтроль, мы рождаем что-то, то, что идет в пользу всему обществу. В каждом из нас живет Мамбет, да? Да, в каждом из нас живет Мамбет, и он просыпается он обычно по утрам. Я бы хотел сказать... Следующие слова я бы не стал говорить на дебатах каких-нибудь суперважных, где очень важно свою точку зрения придерживаться. Так как это шоу, я сейчас немножечко поддержу своих оппонентов, извиняюсь. Была развита мысль, то, что можно также использовать образы интеллигентных людей для того, чтобы на их фоне был контраст. То есть вот таким надо быть, а вот таким не надо быть. Вот, а у нас да. В том контенте, который мы видим, в жанре комедии это возможно сделать. Пример — это британские комедии, где в основу смеха идет ситуации, а не образы. И получается, можно сделать какие-нибудь очень смешные скетчи, очень смешные фильмы, где присутствуют изысканные, интеллигентные люди, которые образованы. И очень хорошо на контрастах играли, допустим, в советском кино. Там Иван Васильевич меняет профессию. Советское кино, оно хорошо тем, что там все идеально в плане морали, но и также, типа, смешно. Я думаю, это можно сделать, но это, опять же, очень сложно. И таким образом нужно как-то находить таланты, которые способны вот сделать такой контент, что на самом деле... Сложновато, но если бы такое было, это было бы гораздо лучше. И таким образом образ Мамбета, он бы был более негативным, потому что он бы был на фоне чего-то хорошего. Ну что, друзья, давайте друг другу поаплодируем.
Сегодня было высказано очень много мыслей. Я думаю, то, что ну, вы со своими итоговыми точками зрения уже сейчас определились. Все-таки кто был прав сегодня больше, оптимист или пессимист? Перед тем, как мы будем уже расставлять точки над «и», хотелось бы обратиться опять же к Виталию. Все же по итогу. К чьей позиции ты сейчас склоняешься больше, к оптимистам или пессимистам? Оптимистам. По-любому оптимисты, потому что... все правильно сказали ребят. Они все сами уже все высказали. Угу. Я за оптимистов. Давайте поаплодируем. Виталий, и хотелось бы от тебя услышать, какой бы ты совет хотел дать нашим сегодняшним гостям, участникам? Ребята, просто делайте то, что любите, и все. Давайте поаплодируем. Ребята, наступил момент истины, то есть тот самый момент, когда вы можете поменять свою точку зрения, перейдя, там, допустим, из оптимиста в пессимиста и наоборот. Окей, определяйтесь, буквально вам пару секунд даем, и давайте перейдем. Раз, два, три. Меняем. У тебя один человек пошел. Красавчик. Это вот ребята, которые думают, что лучше не стоит популяризировать мамбетство. Да. Окей. Отсюда по итогу никто не переходит, да? Ну давайте сейчас обратимся к тем, кто перешел. Уточнимся у них, почему все же свою точку зрения поменяли. Как мы знаем, то, что общество, оно многогранно, и все идеальным не могут быть. И я думаю, ответ в этом кроется. Спасибо. Так, аплодисменты. Я изначально, получается, хотел придерживался такой более оптимистической позиции, но при этом колебался. И из-за этого как будто подсознание заставило меня сесть в ту сторону. И во время, получается, всей этой передачи я колебался, когда свалить или остаться. То есть прям как будто разрывало. Но на 51% я все-таки думаю позитивно. Аплодисменты. Окей, ну и давайте дадим возможность высказаться тем, кто остались на своей позиции, молодой человек. Мы не против, точнее, нет, мы против популяризации этого образа. Но здесь нужно понимать разницу. Она есть, и это разница между популяризацией и освещением. То есть, что значит популяризация? Это когда мы популяризируем образ, мы делаем его популярным, то есть появляются новые последователи. Освещение, освещать можно все, что угодно. У нас молодой человек еще один перешел. Давайте его послушаем. Позиция бывших оппонентов стала для меня более ясной. Они меня убедили, что популяризация образа Мамбета – это плохо. И я не... С точки зрения как какого-то социолога, человека, который беспокоится о том, что будет омрачена азиатская культура, считаю это. А с точки зрения искусства, важности искусства. Потому что, используя этот образ крайне часто, очень легко делать комедию. И мне кажется, она очень такая однотипная и ничего нового нельзя придумать. Точнее, можно придумать. Нужно отходить от этого образа. Такое, да. Угу. Я бы хотел, чтобы наше искусство, оно развивалось и как бы росло, а не оставалось на одном месте. Аплодисменты. Спасибо. Что, Виталий, кто из наших участников понравился вам больше всех? Кого бы вам хотелось отметить сегодня? Вон девушка, которая вот сидит сзади. Она очень классная. Выражает свои мысли. Пожалуйста, мы тебя просим идти сюда. Окей, представься, пожалуйста. Расскажи немного о себе. Меня зовут Лена, я студентка ЦВФУ, второй курс. Угу. Давайте поаплодируем Лене. Виталий. Лена очень классно высказывала свои мысли. За это я хочу сделать такой подарок. Как у меня, видишь, Кунай? Из Наруто.
Спасибо. Я фанат. Я фанат. Аплодисменты. Спасибо. Здорово. Ну что, друзья, мы приглашаем вас подняться сюда, еще немного пообщаться, пофотографироваться, ну и в целом немного еще времени провести друг с другом. Пожалуйста, поднимайтесь сюда. С вами была телепередача «Молодые», ведущие Лена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе на благо себя и родной республики. Всем пока! Классно, когда народ обсуждает, молодежь обсуждает какую-то тему, какую-то проблему, и у каждого есть свое мнение насчет этой темы и своя позиция, и я думаю, такая передача нужна, ее нужно развивать, поднимать больше острые темы, и все тогда будет классно в нашей республике. Всем мир, всем удачи!